Добро пожаловать на канал Hardbrazet Info. Перед нами устройство Redmi Note 11. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сбросить настройки камеры. Смотрите, есть, видимо, у меня таймер, например, установлен. По таймеру будем ориентироваться. То есть, например, есть настройки, да? Вот есть камера. Если мы нажмем на кнопочку настройки и спустимся в самый низ, здесь есть кнопка сброс настроек. Нажимаем ОК. Настройки сброшены. Оуля, классно, прекрасно. И, как видим, настройки сброшены. Но иногда настройки таким образом не все сбрасываются. Как же сбросить все настройки? Для этого мы нажимаем настройки, спускаемся вниз, выбираем пункт приложения, выбираем все приложения, ищем приложение камера, вот оно, очистить и очистить все. Не переживайте, фотографии очищены не будут, будут очищены только файлы камеры. И теперь настройки камеры полностью сброшены вместе с разрешениями. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До свидания.